Одним из потомков Сильмотриса стал Сумблер, или же Самблер. Сумблер является фильтратором, питается органическими остатками и мелкими организмами. Это существо, как и его предок, большую часть жизни стоит на одном месте. Но при этом Сумблер, как и его родственники, развил конечности. Эти конечности нужны не для передвижения, а для удержания в почве. Хотя детеныши могут передвигаться с помощью конечностей. Нужно это, чтобы найти подходящее место, где можно будет зарыться. Размножаются сумблеры с помощью спермий. Самец распыляет свои спермии, которые попадают в самку. Далее оплодотворенная самка выпускает множество мелких детенышей. За раз самка может выпустить 2500 детенышей. Большинство из них съедаются хищниками, и 27% выживает. Особенностью этого существа является то, что после питания мелкими организмами, как мусорный материал, из сумблера выходит кислород, часть которого они поглощают.